Всем привет, с вами Танами, я играю в Stardew Valley. Сейчас мы, как обычно, посмотрим телек. Приветствую, так. Глазированный батат. Сейчас сезон бататов, а лучший способ насладиться этими замечательными клубнями – покрыть их сладкой липкой глазурью. Нам понадобится спелый батат и много-много сахара. Готовится он так. Вы научились готовить блюдо глазированный батат. Хорошо. Так, кстати, предсказательница в духе ужасном расположении. Ой, да это я уже читала. Прогноз погоды с порывами ветра на протяжении всего дня. Окей. Мне нужно найти сундук, который я в прошлый раз искала. Я его где-то поставила, я не помню где. Я туда хотела сложить рогатку, с которой ничего нельзя сделать, кроме как выкинуть. И где я сундук ставила? Вот второй вопрос. Я не помню абсолютно. Нам надо жоды расколоть. Давайте посмотрим, где-то я его... Куда я его всунула, этот сундук? Что у нас? Мы тут не пройдем? Так, сено нормально? О, тыковка. Тыковка, тыковка. Золотая тыковка. Вау. Три штуки. Нам надо 5 тыков. Давайте разберемся с нашими курочками и коровками. Раз, два, три, 4. Курочек у нас 4. Идем, сложим яйки в майонезную машину. Кстати, мы в прошлый раз же набрали твердой древесины. Я хотела сделать вот эту вот пресс для сыра. Твердая древесина, нам нужно 10 штук. Сколько у нас есть? 9. Нам не хватает. Значит, отпадает пока это дело. Травка. Коровушки. Ух ты, как вы стали! Классно! Давайте, поприветствую вас всех. Му. Нет. Му и му. Соберем молоко. Ай, не так. Шайтан. Давай. Спасибо. Эй! Тихо. Ну что ты будешь делать? Так, ты. Молодец. И ты. Спасибо. Сена. Сена, сена, сена. Так. Молочко. Из молочка мы сделаем сыр. Остальное поставим. Поставим, да. Сундук. Дундук. И я хочу пойти найти этот сундук, который где-то ставила. Где я? Я не помню. В пещере, что ли, где-то? О! В пещере ничего нет. Никакого сундука тебе не... Где же я тебя поставила, сундучок ты мой хороший? Может, вот тот, где автобус, я туда прошлась и там поставила сундук. Давайте посмотрим. Потому что я вообще не помню. Я точно помню, я его ставила. Может, это на стриме было, потому что я пересматривала видео. Там просто нет сундука. Куда я его могла засунуть? Это второй вопрос. И тут нет сундука. Тут ничего интересного. Дедушка. Деревцо наше будет расти. Может, куда-то сюда я его всунула? Да нету тут. Ну, пойдем к автобусу проверим. Может, там есть. Урожай я собрала. Можно потревожить? Листики. Так, чучело наше мяучело. Так. Так, тут нет сундука. Блин, куда же я его ложила?
Ложила, да. Не ложила, а клала. Ставила. Господи, неважно, что я с ним делала. Мне нужен сундук. Как я могла вот так вот забыть, куда я его ставила? Где-то же он есть, либо он исчез. Либо он исчез, реально исчез. Кстати, у нас так, кольцо светящееся. Да не надо есть. Так, мы туда не можем пройти. Куда же я сундук поставила-то? А, тут его нету. Ну, ясно, в общем, надо еще один делать сундучок и запомнить, куда я его поставлю. Потому что это капец. Пойдемте за древесиной сходим. Сколько нам нужно там древесины для сундука? Ого. Ну вот, срубим и сделаем сундук. Такс. Я желтик хочу посадить, не хочу я с ним таскаться. Так. Так. Тут мы можем посадить желудь. Можем. Хорошо. А тут? Чё, не? Не? Серьезно? Тут? Тут можем. Так, хорошо. Вот еще одно дерево можем срубить. Но мне, походу, этой древесины не хватит для сундука. Где-то можем еще тут посадить. Да, можем. Сколько дерева? Вот, как раз хватит на сундучок. И мы его поставим сейчас где-то. Надо придумать, где. Там, где мы редко ходим. Может, он где-то есть. Я не знаю, надо сейчас порыться, походить по улицам. Тут его точно нет. Тут лавочки. Да и в шахте я его не ставила. И в клубе тоже. Так. Тут. Вроде как нету сундука. Вот где я его могла поставить? Столики какие-то. Может, он реально исчезает, если мы где-то сундук вот в городе поставим? А давайте проверим. Вот тут нельзя поставить. Где-то куда-то. Куда мы можем? Вот сюда поставим сундучок и сложим туда нашу рогатку. И потом проверим, есть он тут или нет. Да, идемте продадим эту оружку, которая у нас есть. Да, жеоды расколоть, пока я не забыла. В смысле, уже 4 часа дня? О, боже, как так-то? Ладно, чу, идем. В гильдию продадим оружие. Что мы теряем? Денежки получим. Наверное, небольшие, но все равно получим. Что у нас тут? И забыла про этот магазин. Что он вообще есть у нас? Что тут? Тут какая-то ерунда. Что тут вверху? Тут, походу, ничего. И да, мы еще не все локации открыли, нам нужно открывать узелки. Мы что-то как-то слабо это все делаем. Не идет. Вон, только проснулись, сделали пару шагов и все, и вон уже
почти 6 часов вечера. Время как-то быстро летит, собственно, как и в жизни. Деревцо можно срубить. Елки всякие. Темнеет. Так, что мы можем посадить, да? Да, давайте посадим. Дальше тут посадим клен. Тоже посадим. Нефиг пропадать. А, то есть, да. Жаль, что мы не можем просто так сажать его. Еще эту можно елочку срубить, в принципе. Чё он тут растет? Мешает. Мешается. А забор мы можем срубить? Нет? Ну нет, так нет. Хорошо. Чё-то много шишек падает. Сюда мы можем посадить? Да, сюда мы еще можем посадить. Все. Пойдем в эту гильдию дурацкую. Может, мы бомжу в палатку сундук засунули? Мне что-то подозрение возникло вдруг. Давай. Забирай. Нам это не нужно. Или сюда куда-то мы сундук засовывали, или нет? Нет, тут нет сундука. Ладно, пойдем. Пойдем отсюда. В шахту я не пойду. Дерево, дерево, дерево. Дерево нам нужно. Так, упала хоть одна шишка? Нет. Ну ладно, пойдем. Куда мы? Мы можем, кстати, порыбачить. Давайте порыбачим. Почему нет? Пока время есть. Пока время и энергия есть. Как раз вот до 10 часов. Или до 11 порыбачим. И пойдем. Спокойно дышусь спать. Клюет. Эй-эй-эй. Ой-ой-ой, коварная рыба. Коварная. Коварная. Давай, давай, давай. Е-е-е. Так. До 11 рыбачим и идем домой. В 11. А интересно, рыбку мариновать можно? Сейчас мы это проверим. В катках. Тогда нам нужно пораньше домой, чем в 11. Давайте последнюю и пойдем. Давай еще одну. И пойдем. Наживка. Наживки нету. Надо будет пойти к Вилле сходить. Купить наживки. Карп. А, пойдем сходим домой. Утром, наверное, наживочки купим и разместим наши вот эти вот ловушки где-то в океане. Классно светится. Классное колечко. Только поярче бы колечко. Это что-то мало он освещает. Оно, точнее. О, мед. Так. Забираем. Значит, проверим, можно ли что-то с рыбкой в катке сделать. Но я сомневаюсь. В принципе, в катке селедка. Почему нет? Можем? Нет, не можем. И это не можем. Вот это можем. Что у нас еще тут есть? Сыр.
Ну и все, пожалуй, давайте пойдем продадим все лишнее. Вот это мед. Все. Это сложим. Дальше сюда древесину положим. Ну и все. Почему? А, это алмаз. Хорошо. Идем дрыхнуть. Да. Спокойной ночи. О, нормально, 3000. Хорошо. Где нам доставать твердую древесину, кроме шахт? Я вот реально не знаю. Так, с телевизор. Дары земли. Рыба дня, желтый судак. Его можно выловить осенью и зимой в дождливый вечер. Эта рыба водится в пресноводных источниках. Предсказательница. В добром расположении. Прогноз погоды. Завтра что? Будет идти дождь. Прекрасно. Тыквы. Вау. Есть. Мы золотых тыкв набрали сколько нужно. И сможем отнести в клубняк это все дело. Кукурузка. Давайте проверим, можно ли мариновать кукурузу. Я так-то не помню. Точнее, не знаю даже. Тыкву можно? Серьезно? Или нельзя? Можно. Тыкву можно. Кукурузку? Кукурузку. Давайте кукурузку. И кукурузку можно. Отлично. А остальное продадим. Пойдем продадим. Блин, растения поливать нужно. Я не готова к такому. Тыкву одну, 5 мы отнесем в клуб. Полить нужно. Я хотела ловушки отнести на пляж. Купить у Вилли наживки очень много и забрасывать туда. Будет повод ходить на пляж. Чё тебя так трясет, когда ты поливаешь растения? Такс. Животные наши в полном порядушке. Сейчас мы с ними разберемся. Давай. Раз, два. А с коровами, по-моему, не нужно базарить или нужно? Я ж не знаю. С курочками со всеми поговорила. Давайте посмотрим. Да, поговорила. Они нас любят. А, значит, коровушки, что я вам хочу сказать? Давай молоко. Раз, два. Так и стой, стой. Да ё-моё! Шайтан, в смысле, шайтан без молока. Иди сюда. Три и четыре. Прекрасно. Молоко загрузили. Сундучок тоже загрузили. Итак, собираем яйца, сено. Сено. Теперь коровкам сено нужно дать. Положить. Покласть. Неважно. Замечательно. И нужно яйца в майонез превратить. Все, замечательно. Идем в пещерку, проверим. Что там в пещерке?
Не пещерка, господи. Во. Значит, нужно к кузнецу сходить, пока он не закрылся. Забрать вот эти вот штуки. Так, и вот так. Забрали три ловушки, сходим к Вилле, купим наживочку. Я уже об этом говорила, я знаю. Во, фундук. Фундук. Подождите, мы, по-моему, относили фундук или нет? Сюда вот тыкву и соберем этот узелок. Джем. А, мы джем относили. Мед отнесли, сыр. Так, яблоко. Дальше, комната искусств. Фундук я относила вроде как, я не помню. Или мы этот узелок уже собрали? Самым сложным для меня будет аквариум. Это сейф. Так, объявление. Фундук. Куда нужен? Яблоко. Сюда не нужно. К цыганке надо бы нас сходить. У нее продается вот эта вот кроличья лапка. Пойдем. Пятница. Она, по-моему, по средам и воскресеньям. Я вот не знаю, если честно. Давайте заодно сундук проверим. В этот раз я помню, где его оставила. Так. Вот тут вот. Вон он стоит, слава богу. Идем на пляж к Вилле. Здесь Вилле на месте? Может, я где-то тут сундучок оставила? У меня такое подозрение, что где-то тут он. Тут нету. И тут нету. Мимо долины Стардио проходит поезд. Я поздравляю, я знаю, что поезд у нас тут ходит. Тут нет сундука. Значит, я его... Либо я просто... оставляла его на стриме, я потом переигрывала и все такое. 1500... А, это за ловушку 1500. Давайте купим. Кстати, как она крафтится. Купим много. Много. Где-то 300 штучек купим. Так, 300 есть. И давайте крабовых ловушек еще две. И поставим их. А, так, куда мы можем их разместить? Давайте, наверное, где-то... Где-то вот тут вот разместим их. Как раз место подходящее. Отойди, блин, дура! Так. Во! Прекрасно. Где наша наживочка? Наживочка. Ты смотри. Уйди. Все. Есть. А, хотела еще посмотреть, что, может, что-то еще накинула на пляж. Червячков я не наблюдаю. В принципе, еще бы в шахту сходила, на самом деле. Соберем. Надеюсь, у нас нормальный улов будет с этих ловушек. С океана. А то мы до этого все в море, да, точнее, дома, до дома ловили. Все, идем. Для начала домой, потом в шахты. Привет. Забыла, как тебя зовут. Сундук стоит.
Бежим, продаем все лишнее и дуем в шахту. Я таки не посмотрела в Вики, где золото находится. Забыла об этом. Я бы еще вагонетки хотела открыть. Ой, узелок, точно, узелок. Вспомнила. Нам главное тыкву сейчас не продать, а то... И желоды, блин. Быстро к кузнецу. Сколько у нас там желод? Две штуки. Ладно, го. В клубняк. А желоды мы накопим, а потом откроем. Потому что две штуки как-то очень немало. Что мы с них получим? Ничего, практически. Календарь забыла проверить. Идем тыквы отнесем и соберем узелок. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так, вот сюда. Готово. Катка. Нормально. У нас есть катки, еще одна будет. Ну что, кладовая почти собрана. Нам осталось вон две штуки. Но это мы сделаем. Теперь идем в шахту, покопаемся немножечко. Может, что-то полезное наберем. Золото, например. Нам золото нужно, чтобы завершить один из узелков. Чтобы сделать слиток и... И все. Деревцо. Привет. Он фундук валяется. Камон. Камон в шахты. Красотень. 71 уровень. Нет, призрак, уйди. Нам с тобой не по пути. Блин, медленный этот меч. Меч. Но зато урон ничего так. О, какую-то животу подобрала вроде как. Я просто не смотрю, что там в левом нижнем углу пишет. Слышу летучую мышку. Летающую. Чё вы кусаетесь, блин? Дайте дырку. О, нет. О, проход вижу. Бежим, 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 бежим. Ху-ху. Скелет. О! Ошибись. О! Ты обалдел? Прекрасно. Спасибо. Если я сейчас еще открою 5 уровней, это будет вообще просто счастливый день. Можно со спокойной душой отправляться спать. Ей. Давай, камон. Готов. О, потусуемся еще немножко в шахте, пока есть время. И что ты? Так, готов? Вздумал нас бить. Ишь ты, какой скелет противный. Ой, не то я делаю. Быстро ищем проход. 76. Что ты нам сделаешь? Подходи. Молодец. Хороший скелетик. Ла-ла-ла-ла-ла. Ты чё костями бросаешься, дурак? Псих.
какой-то. Мы же не бросаемся по тебе косточками. Вон еще один, блин. Нет. Фух. Еще один. Классно. Проход, проход. Нужен проход. О. Вау. Сколько руды. Медные. Только нам нужна золотая, вообще-то. Ну что, еще два уровня? Вау. Просто нам везет. Просто зашибись. Давайте последний уровень, и я пойду. У нас есть чем перекусить. А, золото нашла. Блин, я хочу... Хочу проход найти. О, да. Все, зашибись, можно идти спать. Ух ты, что нашла? Огнеступы. А это... Иммунитет. Ну, эти, конечно, получше будут. Само собой. Давайте только одним глазком глянем, что там. Ой, что-то мне страшно. Что-то мне... страшно. Золото, вот оно! Соберем и можем делать слиток. Теперь я буду знать, на каком уровне находится золото. Воу, слизень, 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 слизень. Все, идем домой. Все, вылазим из шахты. И валим, 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 валим. Такс. Идем спать. Катку нужно поставить. Нам-то мало кадок. К нам еще одну подарили. Кадочку. Фух. Вот это сегодня продуктивный день был. Заберем сыр, майонез. Ой! Ты чё? Ты чё творишь? Поставь обратно. Так. Сбираем. Что я хотела? Так, катку поставить. Бомбу мы продадим. Животы мы потом расколем. Значит, золота у нас как раз хватает, чтобы сделать слиточек. А уголь? Гуля у нас с собой нету, значит. Давайте сложим сюда железо, медь, камень, возьмем уголь и создадим один слиток золотой. И утром мы его отнесем в клуб. А вот это вот мы продадим. Тим. Все. Так, давай, 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 слиточек. Рождайся. И катку надо будет поставить. Уголек на место. Пойдете, пойдемте поставим каточку. Есть у нас место для нее? Есть. А есть что загрузить? Нет. Ну-ка, давай быстрее. Да-да, я знаю. Ладно, go спать. Утром мы этот слиток заберем и отнесем в клубняк. Да-да-да-да, спать. Ну, а я, пожалуй, на этом буду заканчивать. Спасибо всем за просмотр.
Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. А с вами была Танами. Всем пока.